Первые высотки. Нет. Да. Улыбался. А? Улыбался. Этот завис он. Я стал менять. Быстро поставил вторую карту, он завис. Пришлось отключать этот. Это они это переустанавливать. Ну, где-то секунд 40 потерял. Смотреть на свой электрик. Здесь он тоже.
войско это, слышишь? И у царя. Да, полез. Я думал, ложиться хочешь. Я где-то сидел. Надо рабочее место снять, слышишь? О, дома какие красивые. Мегамаркет. Этот товарняк, блин, неужели не могут по одной дороге его пустить? Целый километр. А товарняк как пойдет, целый километр длиной. Товарняк. Представляешь, две недели будешь ехать из Владика, да, в гости. На какой день с ума сойдешь? Я на свадьбу тебе вошел. На самолете лететь с ума сойдешь. Да, там часов 7 или 8 лететь, по-моему. Ну, с посадкой вроде бы идет. Ух ты, смотри, какая высотка. Где написано там? Малевич. Это Малевич какой-то. Изолента. Тебе мало продуктов? Воды нет. Что? Воды нет. Снег вон набери и растопи. Где здание вокзала? Скоро отключат это. Кого? Лента. А, только построили. Ну, можно пока на работу устроиться. Приглашаем на работу. Болтаешь, какую-то фигню. Что там будешь делать? Торговать, что ли? Почтовый, Почта России.
Так, все. Остановка. Так, уже. Сядь с ней, это самое. Нет. Ну что нет? Сядь с ней. Меня. Ой, чё, чё мне тебя снимать? Да не меня, а вот эту занавеску. Ты сам не сможешь снять? Ладно, все, иди кури. Блин, какой же это самое. Вырубать не будешь? Поверх записывать не будешь? Ты же поменял карту. Все. Вот так выглядит мое рабочее место. Занавеска, чтобы не мешало солнце. Так занавеской закрылся. Так, сейчас трогаемся. Аппликата, Ёмбурга, Екатеринбург. Название как грязь у этого города. И в сторону чего там? Чего у нас вали? Пермь или... Не отсвечивает? Не знаю. Садись с ногами. Да. Да, нет. Облачно. Так, а в Перми будем во сколько по московскому? Я же тебе говорил. 16? Нет, если 17. А погоди, а в Перми? 28? Это же темно будет. А с Перми уже нет разницы, да? С Перми нет разницы. Значит, уже выровняется это. Уже эта крыша поехала с этими часовыми поясами. Нет, я имею в виду, темно будет или нет? Ну, 8 уже будет темно. От меня осталось здесь на 4 часа. За этот карта памяти. Я думаю, менять ее или нет. Сейчас подождем. Тронулись.
Слышишь? Может быть, Красноярск через Кострому, Ярославль? Зачем? Давай опять по короткому маршруту. Блин, мы уже месяц в пути. Дороги. По Москве где примерно будем? Сейчас, подожди. Паровоз старенький. Памятник. Завтра. Че? Успеешь? Да Юлька организует. Ага, быстро. Я уже написал, что нужно сделать, чтобы Леша денег перевел. Она съездила, купила. На чем поедет? На маршрутке. Да. Не, она же не хочет на этой машине ехать. На поле не хочет? Она боится. Даже автомат. Ну, автомат, но надо это. На страховку на нее сделать, и все, она так и не будет бояться, я думаю. Я пил уже. А, как это реально подкладывает.
здания, высотки. Таганский ряд. Пекин, торговый центр, или что это такое? Какое-то производство. Пекин. Таганский ряд. Что такое Таганский ряд, а? Не знаешь? Нижнее белье, вход, выход, мир, белье. Сколько? Усолье. Усолье. Что там? Кунгур. Кунгур. Шестнадцать десять. Ну вот, планировать запись вести до Кунгура. Потом уже темнеет, начнет. Второй день у нас получается, вот чего. От Тюмени до Кунгура. Участок от Тюмени до Кунгура. Усолье. Усолье, тут два есть, усолье один. Под Иркутском усолье сибирское. Здесь какое-то усолье тоже. Еще сутки. Забыл спросить, этот
бывший корыстник. Как называется организация? Кланстрой. Спецстрой России. Спецстрой? Это что, там мосты какие-нибудь? Ну, не знаю. Там смартфон мне не раздается. Или дай ей куртку сюда, я тебе повешу. Здесь. Не, он уже ушел оттуда. Он уже в этом. Я же тебе сказал, рэкет. Рэкет. Сейчас. Что, вымогатели, что ли? Да нет, нет. Рэкет Бенкизер. Да ты че? Ревет, орет, не может успокоиться. Когда приедет, когда приедет? Дико объясняет, типа, этот, ну, скоро вот уже, но он не понимает. Он для него скоро это вот, ну, сегодня, сейчас, да. Ну, позвони этот видео чат. Он дома сейчас, садики. Нет, в садике. Дедушка не вспоминает. Не знаю. Алло. 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 Его? Да. Это устало. Да не привезти, а перевезти. Ну да. Нет, не хочешь? А чё так? А чё, чё случилось? Ну, хорошо. Я просто от этого товарища не могу получить сообщение, сколько, чтобы перевести. Да вот я пытаюсь сейчас в админку зайти, не получается. Я просто получил сообщение на почту, что поступил заказ. Вот, а не могу зайти. Ну вот, точнее, ну и. Ну ладно, ничего страшного, ничего страшного. Ты через сколько ориентировочно сможешь? Ну, ты все хотя бы сделала, что там в магазине или где-то была, все успела, прям уж совсем-то сломя голову лететь не надо. Я говорю, все сделала, все успела сделать. Связь? Ну да, связь не такая вообще. Не, я говорю, мегафон надо. Мне не нужен мегафон.
Печное отопление. Нет, место хорошее, то что железная дорога рядом. О, не позвони. Да не, мне в интернет надо зайти. А интернета нет. Да ладно, Юлька сейчас уже дойдет до дома. Посмотрим. Заможно. Интересно. Да. Скалы проходят дорога. Смешанный лес. Русские сосны. Болотистое место. Весь набор. Бедные березки, они погибли. Гибнут березки, или корень упирается в скалы, или заболоченное место. У тебя в Яндексе карты все скачены? Нет.
Приезжаем к федеральной трассе. Автомобильная.
пирожочки делить. У нас очень вкусные с картошечкой лук. Я спал, но у меня своим голосом что-то скрипело. Скрипело? Когда приблизился. Съехал. Ты говоришь, я бы съехал. Я представляю, что ты целыми днями любого мертвого принял. Теле2 вообще не конкуренция, ни хрена на связи нет. Но МТС и Билайн тоже отстойные. Там всем четверым забрать у них и государство привести, чтобы была одна телесеть. Деньги взимают, они ни хрена не будут.
не может отвезти. Юрка, скорее всего, пойдет. Но он же в проверке участвует. Да. Почему не может? Встреча у него завтра. С кем? Ну что, у него встреча на весь день, что ли? Не знаю, может с дочь банка. Что, не говорит? Ну, Юрка, наверное, сказал. Ну, не спрашивал, наверное. Не, по-моему. Леша? Да. Может быть, не ленивый, у него, знаешь. Вот. Я не люблю таких людей. Вот. Если бы он сказал, что вот так вот, значит, это истинная правда. Но не может быть такого. Люди это люди, они ошибаются. Не может быть такого, что человек всегда прав. А у него такое ощущение, что он всегда прав. Хотя разговор был, что этот, ну я уезжаю, что он там постарахует, если что, там смотается, как бы, ну вообще должно пополам это все, всю мордочку делить. Но он как-то, знаешь, так плавненько, я не могу, давай. Еще и недоволен, что я на месяц не буду. Ярославля на автомобиле зимой, морозная погода, ветра никакого, синее небо и столбы от электростанции, что белая, это высоко вверх, это так красиво. С
заводские трубы. Почему я вас хорошо красно-белый цвет? Алло. Ну, может быть, уточнить у нее тогда, до скольки возможно. Слушай, ну я думаю, если ей позвонить и сказать то, что, ну там с Лешей, может быть, сначала обсудить этот вопрос, и сказать, типа, ну если он там к 9-10 там сможет, то ей сказать, если вам сегодня удобно, то можем там к 9-10. Если в это время неудобно, ну то извините, только завтра. Ну не знаю, может Женю Масленникову найду. Я ему рассказывал про этот проект. Он двумя руками был за, но вот единственное, я не знаю, будет он свободен или занят, у него что ж там своя работа. Я же уже перевел. Ну, на этот, на комплект? На комплект уже перевел. Тебе еще на что-то не хватило? Блин, дорого. Туда-обратно? Туда-обратно? Ну, я не знаю, ну сколько, ну, рублей 600, может, 500, не знаю. Ну, хорошо. Уточнить у Лёши. Сможет ли он сегодня там 10 к 11 доставить? Если сможет, то сказать ей, что могу, что... Блин, я не понимаю, связь пропадает. Еще раз повтори. Ага. Угу. Ну, сказать, позвони, спроси, сможет ли он там к 10 к 11, это не сразу сорваться. Это часиков, я не знаю, там в 6-7 вечера встретитесь, передашь ему, и он отвезет. Пусть тоже побудет в этой шкуре. Почему? Прикольно будет. Мне кажется, прикольно будет. Да. Для Кирюхи, конечно, это может быть там тяжело и так далее. Но если бы ко мне вот так вот приехали, я бы еще не знаю. Как это на конфетку ребенку дал. Ну да. Но там не особо далеко.
3-4 дома. Ну ладно. Ладно, этот. Что там дальше-то? А, ну попробуй сейчас тоже пообщаться. Сможешь прям там 10 к 11. Угу. Да. Ну, могу попробовать, но не уверен. Дождаться меня. Ну а чё? Значит, пусть Лёша поднимает свою булку и едет туда. Угу. Скажи, что у тебя никто в ту сторону не собирается. Но ты договорилась с клиентом, что, допустим, там до 10, до 11 она готова ждать. Да не надо никого подключать, пусть Лёша это. Происходи еще. Угу. Давай. Ну ты все понял, да, по разговору? Угу. Я прям так сразу сорваться не могу, я не могу. Перед предыдущей поездкой вспомни. Когда я сорвался, поехал до метро, бросил у метро тачку, поехал на север Москвы, передал, вернулся к машине. На машине доехал до дома, продолжил работать за компьютером. И на следующий день, по-моему, на следующий день мы уехали, да? А тут... Ну, блин. Дело мне не нравится. Так, а бывший корыстник, он ждет от тебя продолжения? Нет. Он пока осваивается в этом рэке. Бенкизер, что-то такое. Надо посмотреть, чем контор занимается. Вот. И я ему написал, что как освоишься, пожалуйста, обращайся, я тогда все могу. Не кончаются. Главное, не прибавляется. Хорошо, что не прибавляется. Не знаю.
солененькая, да? Тёпленькая башка. Видишь, эти поездки выбивают тебя из колеи, из ритма. Когда мне все равно уже это организовал. Да как бы я это организовал, сам бы своими руками сделал. Ну, своими руками. Видишь, ты выгодишь.